Добрый день, дорогие друзья. Началась рыбалка. Был почин, карась, подлещик и маленький карпик. Ну, очки я еще не одевал, и поэтому малого карпика пока бросил в садок, показать, что мы таких не берем. О. А карась где? А карась смылся. Подлещика этого надо тоже отпустить, ну, черт. Карася нету, карась убежал. Нету дырки. Ну, подлещик-то он был первый. А карася нету. Не, он мог выпрыгнуть, Саша. Он запросто, легко. Через верх. Хотя карпик не ушел. Смотри, нигде ж ничего нет. Не, вверх я не закручивал, поэтому мог выбрать. Да. Так что все начинается сначала. Не, ну карпика такого, конечно, сам брать нельзя. Да, ну конечно. Вот это вот снасть. Вот, да. Хорошо работает по карасю. Вот эта пружина работает как убийца карася. Хорошо. Одного. Да, второй получился. Ну вот так смотришь, как вроде бы какой-то паучок-червячок. Дальше сюда кашку, пружину. Крючки в пружину. На нижний одену горох. Верхний червячок. Вот эта снасть будет работать по карасю. Аж бегом. Thank you.
все. Все готово. На червяка, Саш. Да. Только единственное, сейчас надо будет садок закрыть, чтобы опять не убежал. Ну я не думал, что он такой шустрый будет. А, здесь расстояние маленькое было до этого, до воды. Конечно, он выпрыгнул. Ладно, хай живет. Саш, на макушатник. Нет, карась. Карась. Лещ? Да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, сорвется, Саня! Сорвется. Да. Это лещик. Что, горох заходил? Сюда не заходил, что ты так голову вытаскиваешь. Ух, хорош карасик. Смотри, какой он славненький. Подлечит мало. Доброе утро. Ну что, прошла ночь. Довольно-таки спокойно. Один карп, три карася и один подлещик. Вот и все. Будем смотреть, что будет утром. На червяк не брала ничего. Не брала. Даже карась не хотел червяка брать. А вот опарыш брал. Опарыш шариком брал карася и подлещик. Все. Будем закругляться.
попробуй. Одно такое, одно такое. А, кукурузку? Да. Неделю в меде залил полбаночки меда, соды кинул и целую неделю стояла. Попробуй. Ничего себе. Так. А варить не варил ты ее? Нет. Ага. Попробуй сам. И она мягкая получилась, Толян? Ну, такая, более-менее. Ты первый раз в истории. Ну что, вот такая вот получилась рыбалка. У меня 5 карапов. Маленького вот этого первого отпустил. А у товарища карапа сегодня не было. И он грешит на то, что поставил толстые французские крючки. Он вроде бы хороший, легкий, облегченный, но он толстый. На него тяжело было одевать горох. И по всей видимости, это сыграло свою роль. А у меня голденкетчевские крючки тонкие. Вот, вроде бы и все.